сидеть в этом офисе. Мы всех постоянно отправляем путешествовать, а сами здесь. Может, тебе сплясать? Давай. Ну так вы со мной? Давайте куда-то уедем просто отсюда, отдохнем. Максимушка, ты что, не помнишь, чем закончилась наша прошлая поездка? Мы где? Мы куда попали? Конечно, ребят, но в этот раз, я клянусь, все будет намного лучше. Вы со мной? Ну ладно. Мы часто в жизни отправляемся в дорогу. К родным, на отдых, по делам, друзьям. Нам интересного встречается так много, что все запомнить не под силу нам. И каждый новый день, как приключение, за поворотом новые места. Нас ждет красивая природа, города, счастливые и интересные мгновения. И каждый и путешествие встречает каждый день. В различных областях рутинной жизни мы открываем что-то новое в себе, стремясь познать неведанные дали. О, сколько неизведанного в них, в тех удивительных местах, в далеких странах, которые нам удастся посетить. Открытием новым мы будем рады.